Привет, я надеюсь, меня видно, потому что солнышко сегодня очень хорошее. Сейчас я иду на остановку, на автобусную, и еду в Ольстевник. Сегодня 11 марта, и я решила наконец-то взять с собой GoPro, иначе зачем же я ее с собой взяла? Спасибо. Я купила специальный проездной, который стоит 426 крон. Я могу путешествовать по всем городам, по всем районам нашего района Мёрк-Орк-Рамсдал. Ну что, я приехала в Ольстевник, в город, который находится в бухте. И основная его индустрия связана с судостроением. Меня всегда тянет к таким городам, где есть море, где есть яхты, где есть корабли, где есть природа, где все связано с морем, с океанами и так далее. И поэтому я здесь, потому что я знала, что этот город связан с этим больше всего. Я вижу яхты и уже хочу выбрать какую-нибудь и угнать, но, к сожалению, это не мои яхты, поэтому я не могу этого сделать. Не подкрепляю вас исторической информацией, но я считаю, что это вы можете сделать сами, загуглив. А я вам хочу передать всю атмосферу, которую я сама здесь чувствую. Поэтому, если что, не обижайтесь. На этом автобусе я поеду в место, которое называется Флога. Но на следующем. Это поселок фермерский, называется Фло или Фле, если я не ошибаюсь. Там такая О с палочкой на конце. Тут очень красиво, потому что никого нет, и вот эта скала мне напоминает Доломитовые Альпы, потому что такая же форма острая. Ну что, друзья, последние минуты моей батареи, и я хочу вам показать эту красоту. Это место отдыха, вот в таких вот милых-милых домиках с таким прекрасным видом можно оставаться здесь на несколько дней, выезжать за город, отдыхать.